В Бразилии прошел молчаливый протест против чемпионата мира по футболу. Около 100 демонстрантов устроили шествие у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. И шли манифестанты с завязанными ртами. Это символизировало, по их словам, то, что голос народа подавляется полицейскими репрессиями. Некоторые несли в руках плакаты с именами людей, убитых во время зачистки городских трущоб правоохранительными органами. Участники акции считают, что проведение чемпионата в государстве с такими проблемами неуместно. Шествие проходило на глазах у тысяч туристов. Мы не видим в этой стране никакой долговременной политики в области образования, медицинского обслуживания и обеспечения прав человека. Простой народ уже устал от этого. Мы недовольны не только правительством. Нам надоело то, как проводится политика в этой стране.